Шестой год подряд руководство аквапарка проводит 1 июня день открытых дверей, приглашая к себе в гости детей, проживающих в Сакском районе. В этом году мы сделали расширенное такое мероприятие, которое позволило нам пригласить детей со всех городов и районов для того, чтобы они почувствовали, что действительно о них идет забота власти. Аквапарк в Прибрежном – один из крупнейших на Украине. Здесь есть плавательный бассейн олимпийского размера и многочисленные аттракционы. На нашей территории находится 25 аттракционов. Самые высокие в Крыму, ну и на Украине, аттракционы – это 8-й этаж, 21 метр высотой, камикадзе. Самые новейшие, разнообразные горки. Классно вообще! Первый раз в аквапарке? Да, нет, только на этой горке первый. И как? Супер! Очень прикольно. Еще бы так ездить каждый день бы сюда отдыхать. Было вообще отлично. А в селе Лесновка Сакского района открыли детскую площадку. У обитателей местного садика сегодня праздник. Именно для маленьких детей, чтобы наши дети радовались и радовали наших родителей. Порядка до 200 наших детей могут находиться. Сегодня открыты группы и работают 4 группы. В планах властей открыть еще несколько детских площадок в селах Червоное и Орехово. Покататься на новых качелях ребята смогут уже в начале следующего учебного года. Олег Зайковский, Александр Чукалов, служба новостей ТВ, Сакский район.